По улице Крымской выделена полоса движения для автобусов, которую ясно видно по дорожной разметке и знаком на каждом перекрестке. Это значит, что запрещена остановка, а движение автомобилей возможно только в одном направлении. В данном случае от городской больницы на выезд из города до улицы Крестьянской. А вот в обратном направлении движение запрещено, кроме маршрутных транспортных средств и такси. Но далеко не все водители подчиняются этому правилу дорожного движения, рассчитывая, видимо, на авось повезет проскочим. Отделом ГИБДД, отдела МВД России по городу-курорту Анапа совместно с администрацией муниципального образования город-курорт Анапа проведено рейдовое мероприятие по выявлению нарушений по статье 12.17 часть 1 прим. 1 КУАП Российской Федерации, что означает движение по полосе, предназначенное для общественного транспорта. За время проведения рейда было выявлено более 30 нарушителей, на которых составлены административные протоколы. Некоторые иногородние водители в разговоре с сотрудниками ГИБДД пытаются оправдаться, что, мол, заблудились или послушали совет таксиста или другого водителя, как проехать. Но ответ для всех один – не нарушайте правила движения. Они едины по всей России. За это нарушение предназначен штраф 3000 рублей. Сейчас оставим на вас административный протокол и впредь просим не нарушать правила. Проверки на дорогах будут продолжаться.